Psycho. Thank you.
Браво, 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 дорогие друзья. Боже мой, какое счастье. О, великий Дебюсси. Какое же начало нашей программы. Борислав Стулев и друзья, Белград Мюзик Фест вас приветствует в таком коронавирусном музыкальном блоге, телевизионно-художественном, я бы сказал, подкасте. Добро пожаловать. Сегодня в гостях мой друг, потрясающий совершенно музыкант, прежде всего, кларнетист. Сегодня будет речь идти о кларнете и все вокруг него. А это инструмент, безумно приближенный к виолончели. И великий Ростропович всегда говорил, что идеальное стремление виолончели звучать помимо бельканто и голоса – это копировать кларнет. Чистоту, невероятную легкость фразы, звучание, полетность, ну и так далее, и тому подобное. Сейчас мы все это поговорим с моим другом Александром Фетерштейном. Он сейчас у нас в прямом эфире из Балтимора. И я бы прежде всего начал с тобой нашу, надеюсь, безумно интересную беседу с просто информацией, что и как сейчас происходит с коронавирусом COVID-19. Расскажи, чем ты сейчас живешь, как ты преподаешь в одном из старейших консерваторий, заведений, учреждений музыкальных, Peabody. Как это вообще отражается? Перед тем, как мы будем разговаривать о музыке и только о музыке, о кларнете и кларнете, расскажи просто, потому что, честно говоря, нас это безумно и беспокоит. И очень интересно из первых уст все услышать. Спасибо, Борислав. Я очень рад с тобой беседовать сегодня. Так я сейчас в Балтиморе, и у нас уже второй месяц или даже 10-я неделя на карантине. И мы сидим дома, как многие везде мира. И я преподаю на Zoom, как многие музыканты, так наши студенты в Peabody. Сегодня был их последний, как сказать, commencement. Экзамен, да. Сегодня был конец, сегодня утром был в интернете конец года, и эти студенты, которые кончили диплом, получили их диплом в интернете на прямой эфире. 10 часов утра я смотрел в компьютере. И так что это очень странно. Это такого я никогда не видел. Многие не видели первый раз. Они сдавали экзамены, играли из дома. Да, но они получили диплом. Значит, сегодня это был этот церемонии такой, где получают диплом. И эти, которые кончили 4 года. Ты когда преподаешь на Zoom'е, тебе все-таки удается услышать какие-то детали? Ты показываешь аппликатуру определенную? То есть это достаточно? Это очень отличный вопрос. Я думаю, что с кларнетом это возможно. Понятно. Но если играешь на трубе или там на тромбоне или что-то, я думаю, что это может быть очень-очень тяжело, чтобы слышать маленькие детали. Тоже мне помогает, когда я уже знаю студента, и мы делаем на Zoom, я уже знаю, какие у него или у нее будут tendencies. Так я могу немножко лучше... Я уже понимаю что-то, так как, когда я слышу на Zoom, я могу помочь с какими-то деталями. А примерно просто бытовуха. Мне просто интересно, в Балтиморе, как у тебя дети, семья, как вы заказываете еду на дом,
Amazon, или ты едешь в Costco в магазин огромный а-ля метро на машине, покупаешь на 2 месяца, стоишь в этих очередях через линию. Как это происходит? Ну, так у нас есть такой Trader Joe's. Да. Да, и такой большой магазин, но не как Costco, немножко меньше. И мы туда едем где-то раз в неделю или что-то такое. И в основном мы дома, дети дома, учатся тоже на Zoom и в интернете. Homeschool, как называется на английском. И да, домашнее обучение. Домашнее обучение. И да, это мы гуляем на улице, значит, можно идти ходить на улице, и в основном дома, да. Я понимаю. Ну хорошо, давайте вернемся все-таки к самому важному. Значит, наш сегодняшний герой, родившись в Минске, в Белоруссии, уезжает и живет в Израиль, после чего попадает в Америку, я так понимаю, в Нью-Йорк. Угу. Помогай, рассказывай. Да, так один год перед Нью-Йорком я был в Интерлокен, есть такая школа Интерлокен. Прекрасно. Мишиган, да, отличная школа для детей. И я там был один год, кончил high school там. И потом в Нью-Йорк, в Джулиард, учился с Чарльз. У кого ты учился? Чарльз Найдек. И Чарльз Найдек был первый американец, по-моему, который учился в Москве в 75-м году, 1975-76. Ничего себе, наверное, просто мастер-классы или учился прямо год, два, как это было? Там был такой обмен. Обмен, да. И на 3 года это ему было на 1 год, но ему дали остаться 3 года. Он рассказывал что-то про какие-то свои впечатления, про какую-то русскую манеру определенную, да, технику, как-то что-то ему пригодилось? Да, очень. И я думаю, больше всего музыкально пригодилось. Больше всего он слышал Рихтера лайв и такие концерты, и был в Московской консерватории. И так я учился с ним в Джулиарде и жил в Нью-Йорке. И тогда я начал после пару лет конкурсы играть, концерты, recitals, recital, и так далее. Мы сейчас слушали, кстати, DBC, это да. Прямая была твоя запись из Линкольн-центра, и в 2009 году ты получил в этот день, так сказать, премию Every Fisher Award. Это за заслуги карьеры и помощи становлению молодому, так сказать, гениальному музыканту. И у нас даже зал так назывался Every Fisher Hall. Я очень в чем-то сожалею, что его переименовали. И, честно говоря, я не хочу из своих биографий, сыграв там больше 10 раз, убирать. И для меня это все-таки как бы... В чем-то Every Fisher так и остался. Да. И, конечно, ты побеждаешь Нилсона конкурс, и открывается уже весь мир. Ты приезжаешь, наверное, обратно в Израиль уже как лауреат выступать, да. Ездишь по всему миру, камерная музыка, становишься лицом. Какие кларнеты сейчас ты пропагандируешь, или что у тебя, так сказать, сейчас самое лучшее? Я играю на буфе. Буфе крампон – это самая знаменитая французская фабрика кларнетов, компания кларнетов. Так. Историческая такая. И я туда ехал... 2 года назад и выбрал этот кларнет
И сколько? Сколько было предложено тебе? 60 или больше. О, Боже. И ты на всех играл, выбирал? Играл целый день. Я играл утром, и потом мы пошли кушать, сделали перерыв такой, и обратно играть на кларнет. Когда ты выбирал этот кларнет, как ты, что ты искал какую-то невероятную свободу, полетность, красоту верхов, тембр низа? Как можно выбрать? Они все хорошие, по идее. Да. Они буквально все хорошие. Или ты выбирал по цене? Так что, да, я бы сказал, что это как... А вот этот 59-й бесплатный я беру. Я беру. 2 килограмма. Первое всего, это звук. Звук. Надо, чтобы был хороший звук. И чтобы это... Есть такие кларнеты, что сразу, когда я возьму, я знаю, что я не смогу на них играть. Просто через 5 секунд не чувствуется как не натурально. Значит, да. И есть такие, которые нормально звучат сразу. Так из этих потом надо выбирать. Значит, остаются где-то 10 или 15, и потом надо из них найти 1 или 2. Потрясающе. Я думаю, что сейчас самое время чуть-чуть продемонстрировать эту невероятную красоту звука и вообще продемонстрировать нам инструмент во всей его красе. Друзья, Балтимор, прямой эфир. Лауреат многих-многих конкурсов. Изумительный музыкант, человек, друг Александр Феттерштейн сейчас сделает какую-то композицию. Наполните бокалы ваших бокалов вином. Вином. Это будет немножко рапсодия Уилсон Осборн. Прекрасно. Друзья, это вот, не знаю, по таким номерам кларнет, который выбрал когда-то в Париже. И я скажу, что в Зуме вообще не очень-то вот музыка, классика вообще, да, но кларнет в моих сейчас наушниках просто великолепно. И такой теплый, такой душевный, невероятный, мягкий и летучий, с посылом глубокий звук. Действительно, ощущение, как ре-струна на виолончели. Недаром Брамс все-таки сделал трио кларнетовое. Да, мы с виолончели, мы виолончелисты называем кларнетовое, вы, наверное, виолончельное, но величайшее трио, я думаю, что мы обязательно на одном из фестивалей с тобой исполним. Я бы хотел поговорить про определенную твою какую-то философию кларнета, твоей педагогики. Что ты и как ты работаешь, скажем, со студентом, который, например, ты видишь, что да, гениальный мальчик или девочка, которая будет профессионалом, или ребенок, который просто поиграет год-два и не будет. Все равно же нужно, грубо говоря, что-то сказать, посоветовать, или ты стараешься преподавать только профессионалам
и просто какие-то 2-3 секрета приоткрою тайны кларнеторского мира, кларнетного мира для тех, кто, может быть, после этой передачи захочет брать уроки и влюбиться в этот инструмент, в эту магию звука, в эту невероятную совершенно такую истинность звука. Я бы сказал, что у меня философия начинается с моими педагогами, самые мои педагоги. У меня были два педагога, которые очень на меня влияли. Повлияли. Найдек, который в Джулиарде, 6 лет с ним, и у него просто такая виртуозная игра, очень виртуозная. Ничего не тяжело играть. Значит, может быть, даже скрипичный концерт или соната он может сыграть. И так все идет легко. И я у него научился, что не надо слишком, как сказать... Перетруждаться, передавливать. Просто эмоции, но это не должно убирать легкость и виртуозность в подаче. Да. В подаче. Да. Прекрасно. В чем-то, как бы, мне даже это чуть-чуть, как бы, вот, напоминает такую Яша Хейфица легкость. Да. То есть безумный аппарат, но это все как-то делается, даже не понимаешь, как. Да. Потому что когда человек усиленно потеет и что-то выжимает, и делает, ну, понятно, работает хорошо, молодец, прекрасно. Да. Но когда то же самое в результате звука, но при этом не тратится силой, энергия, мастерство, не тратится энергия. Как это отбивается? Он что, выше держит кларнет, меньше нажимает, больше что-то себе вкачивает в легкие, чтобы думать лучше? Как, что это? Здесь, в голове, значит, о чем думать? Не думать слишком, что это тяжело, что что-то произведение тяжело. Не начинать с этого, это тяжело. Нет, это возможно, все возможно. Ну, это зависит от сколько времени заниматься что-то и как заниматься. То есть это практически некий психологический настрой. Психологический, да. Это да. И кстати, Хейфец, мой первый педагог в Израиле, его звали Хейфец. Эли Хейфец. Плохих Хейфецов не бывает. Да. И у него были CD, было написано «Хейфец играет Брамс». «Хейфец играет». А ты идешь домой, это кларнет с фортепианом. CD, да. Ну, он был отличный педагог. Замечательный педагог. Что он тебе дал? Что он тебе дал? Он, то, что он сделал... Я к нему пришел, мне было 12 или 13 лет. Я был совсем маленький. Я ехал на автобусе 2.5 часа к нему, раз в неделю. Да? И я с автобуса, приезжаю к нему в Тель-Авив. И мы сидим, и мы делаем долгие тоны, как сказать, long tones, long notes. Просто тянете ноты. Просто тянем ноты, да. Так. Посмотрим, как амбажур называется, амбажур. Аппарат, как работает. Как что надо слышать, какой звук мы искаем? Ищем, да. Да. Что он искал? Что он говорил? Нет, пережато, хрипит или что? Что он искал? Как надо, он тебя в 12 лет искал... в 12 лет учил слышать? Что слышать? Да, ну, первое, что я скажу, что когда он играл для меня, его звук, просто я был в восторге, только из его звука. 5 минут даже, так, пару нот. Потому что это было очень чисто такой, очень чистый звук, без никакого... Там иногда у маленьких детей всегда на кларнете, конечно, звук такой есть, как сказать на английском, not pure.
Не кристально чистый тон. Да, 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 да. Он, со шлаками, но... браком бывает, да. Да, он очень на это работал. Потом легато. Как играть с легато? Как виолончель. Да? Да. Как виолончель, как певец. И это для меня было... Но вот, да. Но вот на примере, как играть легато, это что? Чуть-чуть усилить предыдущую ноту. Например, да. Сыграет... То есть как сыграть? Он сказал, это предвосхитить. На, понятно, что на одном дыхании, но... Это другой планет, нам надо ла-кланет. Ну, неважно. Надо, чтобы когда пальцы идут вниз, не слишком... Не, здесь координация... Пальцами не ломать пальцы. Мелодию, не портить, да, не портить, не, не мешать просто. Легато, линии не мешать. Да, да. Да. И знать, что мы пытаемся добиться. Значит, здесь начало тоже рапсодии. Вот на кланете мы можем играть настоящий легато. Да? Вот. Да. Так это то, что мы уже в 12-13 лет мы на этом очень много работали вместе. И, да. Друзья, пришел момент послушать некоторые наработки наяву. И сейчас Александр Феттерштейн и продирижирует, и поиграет, и легато, и стаккато, и любые возможные и невозможные возьмет нотки на своем невероятном французском кларнете. И мы вернемся на наш 9-й международный фестиваль Белгород Мюзик Фест «Борислав Струлев и друзья». И послушаем фрагмент концерта Моцарта с буквально только что прошедшего фестиваля под номером 9. Thank you.
Браво, браво, вы слушали фрагмент Моцарта, концерта, и ты молодец, что захотел продирижировать, и это сказать тоже такой опыт, и вдвойне в чем-то на плечи легла ответственность. Нужно знать, естественно, наизусть, как и, собственно, всем солистам, играющим с оркестром, каждую партию оркестровых инструментов, да, кто зачем, как, что, не только свою, так сказать, выучить. Расскажи, пожалуйста, были записаны тобой диски, очень интересные современные концерты. Расскажи, пожалуйста, про камерные сейчас твои, ну, конечно, до коронавируса, и что планируется. Я знаю, у тебя есть и трио, и ты частый гость в Англии, ты частый гость в Азии. Какие, так сказать, такие эпохальные произведения, вещи, музыканты, чуть-чуть сделаем некий дайджест твоей карьеры, помимо педагогической. Да-да-да. Так, это было интересно, что этот концерт у тебя в фестивале был один из последних перед коронавирусом. Это был только начало, да? И после этого я сыграл один концерт Бетховен Септет в Пибоди с факультетом педагогами и учениками вместе мы сделали проект. И после этого кончились концерты. Все. Ну, давай отмотаем на 2-3 года назад и вспомним что-то яркое. Да-да-да. Ну, так, то, что я хотел сказать, что тоже перед этим, один месяц до этого, что я был на фестивале у тебя, я записал диск новый. Копленд концерт с English Chamber Orchestra. Потрясающе. Он сейчас уже вышел? Уже есть. Ну, он еще не вышел, но мы только кончили editing сейчас. Понятно. Значит, скоро на Амазоне, iTunes, это будет, по всему миру. Может быть, в следующем году, по-моему, будет выходить. Что еще на диске? Копланд концерт? Копланд концерт. И потом там Копланд соната для кларнета с фортепиано. Бернштайн соната. Кто пишет? Крис Хопкинс. Он тоже дирижер. И он там в Копленде дирижер. Там будет Бернштайн соната. Тоже Бернштайн. Бернштайн нам написал, это было его первое произведение, которое был published. Как композитор. Да, он был в Curtis, студент, и написал эту сонату, ему было 21 год, что-то такое. Потрясающе. Уже слышно там Бернштайн, который будет потом с West Side Story, там есть всякие такие... Кстати, очень много мы, виолончелисты, играем кларнетного репертуара. Я обязательно попрошу у тебя ноты. Может быть, я переложу сонату Бернштайна для виолончели. Это наш секрет, надо никому не говорить, не дай бог. Тихо. Дальше интернета никуда не пойдет. Так, как музыка тебе вообще? Трехчастная форма тебе понравилась? Ну, это что? Это не world recording, это не первый раз записано? Не-не-не, это не первый раз. Музыка, там первая часть звучит немножко как Hindemith. Понятно. Да. И потом Бернштайн, уже слышно Бернштайн. Прекрасно. Копланд соната, это скрипичная соната, которую он сам сделал версию для кларнета. Копланд сам сделал. И очень, я думаю, что очень подходит кларнет. Звук, фразировки там очень звучит, как будто это оригинально для кларнета. Вы записывались прямо в каком-то церкви, где акустика хорошая. Это было... в Англии, такое место, да, очень хорошая акустика. Это был зал, который уже не работает как зал,
значит, это... Только для записей. Да, только для записей. Какой лейбл вы будете выпускать тогда? Orchid Classics. Orchid Classics. Да, это в Лондоне. Ну, что ж, будем следить. Да. Как твое трио процветает? Что уже было? Хорошо, мы играли в многих местах в Kennedy Center, в Нью-Йорке. К сожалению, у нас сейчас должны были быть пару концертов и в Нью-Йорке, и в других местах, которые отменились. Ну, по-моему, они будут не в следующий сезон, может быть, после следующего сезона. Мы сейчас смотрим далеко, на 2 года. Понятно. Да. Ты что-то играешь скрипичное на кларнете? Я играл Шуберт арпеджионе немножко. Это не скрипичное, но это да, виолончелист. Это между. Арпеджионе, дорогие друзья, это был такой инструмент у нас, так, Шуберт, секундочку. Да. Между, да. И как-то затесался для виолончелистов. Это безумно красивая соната, моя любимая. И я очень хочу играть Прокофьев сонату для флейты. Я еще не играл ее, но я думаю, что это будет... На кларнете. Сенсация. Да. Прекрасно. Так, скажи, пожалуйста, сколько сейчас конкретно у тебя студентов? В этом году 12. В следующем году, по-моему, 15. Это по одному часу в неделю или... По одному часу. И у нас тоже есть студио класс такой, который мы все вместе час половиной в неделю. Они должны, конечно же, наверное, какую-то технические этюды, какую-то сольную программу и оркестровые трудности. Да. Эти в основном 12 человек, на твое мнение, через 2-3-4 года после они идут в оркестр куда-то, или есть какие-то невероятные самородки, которые станут будущими Эдди Дэниелсами, Пакитами де Ривера и так далее? Да, я думаю, что все возможно. Я думаю, что сегодня... это зависит от много, да? Зависит, что они хотят делать. Надо, чтобы была какая-то мечта. Я хочу играть этот репертуар. Я хочу играть камерную музыку. Надо любить это очень серьезно. И тогда есть что-то, которое можно... Мне кажется, в Пибоди невозможно тоже просто так учиться там, да, конечно, высочайшего уровня. Очень высокий уровень. Но мы вспомним с тобой нашу девочку, получившую первую премию на конкурсе. Ты был в жюри у меня, я тебе очень благодарен, что ты остался и был в жюри. В рамках Белград Мюзик Фест мы провели уже не первый конкурс, и приехала из Москвы абсолютное чудо девочка на фаготе, сыграв наизусть труднейшее произведение, она просто покорила, естественно, всех. А я помню, что ты сказал, что у нас так даже в консерватории уже большие дяди и тети не играют. Да. Иногда есть такие. Да, я очень на этом конкурсе, когда мы сидели в жюри у тебя, я был очень... surprised, как сказать. Ну, безумно удивлен уровню и вот такой вот самоотдачи этих гениальных детей, которые и безумное количество было. У нас было и по 5 минут на человека. Такой, это нечто. Такие молодые тоже. 8 лет, 9 лет. Это... Я не знал такого ожидать, что будет такой уровень. Значит, когда уже 18 лет, 17, я слышал всякие и на фаготе, и другие инструменты. Ну, 8 лет, 9, 11, это уже... Абсолютное, да, чудо. Я безумно рад, что ты увез с собой Балтимор в Америку и будешь помнить и знать, и поддерживать отношения
с этими безумно талантливыми детьми. Сегодня в передаче, в нашем общении, мне хотелось сделать некий сюрпризик для моего друга Александра, и я хочу поставить такой бонус-трак. Дело в том, что помимо Александра, я, конечно, дружу с другими тоже кларнетистами, но чуть-чуть другого профиля. И я только что говорил о Пакито де Ривере. Это гениальный совершенно с кубинскими корнями кларнетист. И играет на саксофоне иногда, но более джазовое, более с латинным отклонениями такими, с труднейшим ритмом, но это безумный виртуоз, профессионал, безумное количество Грэмми, а также с Эдди Дэниелс. И, честно говоря, когда я познакомился с этим человеком и играл с ним, работал, в чем-то у нас было такое необычное очень трио с моим джазменом, другом, композитором, я его называю американским Солженицыным, Роджер Кэллоуэй, это феноменальный совершенно пианист, который обожает Прокофьева, знает наизусть все его симфонии и пишет, и делает невероятные джазовые обработки, обожает виолончель. Но они большие друзья с Эдди Дэниелс, они меня пригласили как раз тоже в Lincoln Center, Coca-Cola Jazz, Дизи Гиллеспи. Thank you.
фрагмент. Wow. Мы должны с тобой были вместе чуть-чуть соединиться с таким потрясающим совершенно дядькой, понимаешь, который... Я посмотрел и изучил его ранние записи. Он был классическим, абсолютно классическим кларнетистом, и он великолепно совершенно играл когда-то Моцарта, делал свои каденции, но какая-то вот эта невероятная джазовая стихия захлестнула, и как он записал Вивальди «Времена года» на кларнете. Да. С оркестром и вообще и так далее, и с этим чудесным пианистом, там у меня отключился мой наушник, села батарейка, меня не было слышно, я не знаю, на каком моменте, но я называл своего этого пианиста, так сказать, таким американским Солженицыным. Я хотел вот что донести, поскольку он обожал и Прокофьева, и вообще и все. И когда они меня пригласили, конечно, это была огромная для меня честь с такими маэстро поиграть, побыть вместе. Специально была написана для меня партия, и вообще, как бы, конечно, Эдди Дэниелс, если я говорю в присутствии каких-то кларнетистов, они с большим приоритетом, уважением относятся, понимают. Я не могу понять просто, откуда берется такая, это какая-то невероятная синхронность, чтобы играть так быстро, так четко, так легко, как в начале передачи мы говорили. Все возможно. Ну и, конечно, наверное, все-таки мозги мышления, потому что выйдите на интернет, посмотрите на молодого Эдди Дэниелса с оркестром, туры в Японии, что творится, какие записи, какие есть вещи. И это говорит о том, что этот инструмент и кларнет тоже, как и виолончель, может все. Да. И этот зеленый виолончель очень нравится. Это безумно интересный. Да, это только для джаз. Для джаз ты играешь. Вообще создан квартет. Две скрипки, альто, виолончель. Ага. Это хранится в музее в Нью-Йорке. Иногда я достаю, договариваюсь, и на интересный концерт так я использую. Он необычен, не очень удобен, поскольку авангардные эфы. Потом, если что, в хорошем качестве вблизи можно будет посмотреть. Но для каких-то вот таких вот необычных сенсационных концертов можно. Просто пойти сыграть, например, сольный концерт, 3-4 сонаты, я, конечно, этого делать не буду, поскольку меня прозовут каким-нибудь зеленым человечком. Это уж точно. Я бы хотел поставить сейчас, раз мы вышли на такую веселую нотку, еще одно произведение, которое ты исполнял на нашем фестивале, знаменитейшего совершенно композитора, знаменитейшего, поскольку он был женат сколько раз? 9, по-моему. 9 раз. 9 раз. Арти Шоу, кларнетист, который в чем-то даже... мне кажется, был лучше Бенни Гудмана. Но он абсолютно этого не хотел замечать. Рыбачил, делал все, кроме занятий и кроме концертов и игры, но да, все равно сумел и оставил писал за собой. Сочинял книги, он писал книги даже. Писал, был литератором. Писал литератор. Книги. Но он оставил такой за собой след и невероятную такую, я бы сказал, даже не концерт, а рапсодию, которая на грани Гершвина, Копланда и там и Бенстайна, да, нотки проскальзывают. Я был безумно рад, что ты привез это произведение. Давайте послушаем в исполнении Александра Фетерштейна Белгородского симфонического оркестра под руководством лауреата конкурса имени Светланова в Париже Дмитрия Филатова. Арти Шоу. Thank you.
Задумка была, конечно, в нашей передаче не ставить целиком, а фрагменты, но это невозможно остановить. Это невозможно остановить, и все-таки наша передача музыкальная, а не такая уж, где только бла-бла-бла. Да, и слава Богу, что по Москве в 10 часов вечера вот такой у нас ярчайший, ярчайший финал кларнетной судьбы. И через этот концерт я очень рад, что в этом году был экран, и мы могли дать кадры того времени. Да? Визуально это тоже очень важно, дать людям определенную опору, поскольку имидж и музыка — это то, что мы чувствуем внутри. Когда ты играешь и учил эту музыку, да, ты представлял эти картинки, ты думал, как это было в то время, как люди одевались, эти обрели эти мусики, эти танцы, движения, эта легкость. И, конечно, мне кажется, что кларнет это в чем-то младший брат, может быть, старший, это мы еще посмотрим в наших программах и поспорим, виолончели, поскольку нас объединяют регистры, нас объединяет теплота, нас объединяет тембровая краска. Я бы хотел спросить вот в заключение такую про пару технических моментов все-таки про вибрацию. Что для тебя и что такое вибрация на кларнете? Как она используется, грубо говоря? Ведь можно же играть не а как бы вибрируя. Да. Да, это интересный вопрос, потому что на кларнете всегда были другие стили играния. И один стиль сказал, говорил, что нельзя делать вибрато совсем. Кларнет, он, у него такой звук, что даже не надо никакой вибрато. Хватает даже straight tone. Ну, были такие люди, как в джазе, конечно, Бенни Гудман, Арти Шо. Но даже был англичанин один, очень знаменитый, который играл с вибрато, да, и он начал играть с вибрато, и это было очень, я не знаю, как на русском сказать, controversial, да. Революционно. И был первый, который играл с настоящим вибрато, даже в Брамсе. Не только какие-то там произведения. За счет губ, потрясывания, да. Движения, дыхания. Да. Ну, иногда ты... Иногда, да. Не каждая нота. Ну, слава Богу. Да, надо. Дорогие друзья, вы видите, как интересен мир кларнета, как он ярок, как он не скучен. И мне кажется, что мы сегодня затронули и узнали довольно много. Я для себя открыл, честно тебе могу сказать, много разных таких вот компонентов, связанных с кларнетным искусством. Я желаю тебе, твоей семье закончить COVID-19, отсидеться, и чтобы эта зараза и чума прошла мимо. Для этого есть наши сайты, наши концерты, наше общение. Из-за этого сегодняшняя программа, чтобы мы себя почувствовали опять, как будто мы с тобой в гримерке обсуждаем, и кто-то зашел и нас слушает. Я хочу тебе пожелать
конечно же, терпение для творческих планов, которые ты должен воплотить, так сказать, не сдаваться, придется просто подождать, но все сбудется. Мы ждем твой новый диск, мы всегда на связи. Александр Фетерштейн был в гостях у Борислава Струлева. Вот они, друзья. И, дорогие друзья, слушаем кларнет и наслаждаемся. И, ну, что можно сказать еще вдобавок? Что... И огромное спасибо тебе тоже. Огромное спасибо. Рад. Мы всегда на связи. Фестиваль был просто замечательный и один из самых последних концертов перед короной. Да, нам безумно повезло. Я запомню это намного. Сашенька, спасибо. И очень-очень-очень хорошо, что ты, живя на Западе столько лет, не забываешь русский язык и прекрасно на нем провел сейчас тяжелейшие материи, обсуждения искусства кларнета. Я знаю, как бы тебе это чуть-чуть давай по-английски, но ты на русском, и это прекрасно. Огромное тебе спасибо. До новых встреч. Пока-пока. Увидимся. Thank you.